«Не ходи» называется песня, да. Иван Иваныч Иванов был поразительно здоров. Он вкусно ел и сладко пил, и не пьянел, подлец. Он был железный, как утюг. Его жена в кругу подруг притворно жаловалась им, а моет жеребец. Вдруг с ним случился анекдот, что-то вспучило живот, а врач молоденький такой обследовать послал. Да ты возьми, назначь пурген, так не давай, УЗИ, рентген, обмен. Какой там хрен обмен, капусты пережрал. Но вот анализы несут, а результаты страшный суд. А там болезней миллион, не прочитать без слез. А там гастриты, гепатиты, камни в почках и бронхит. И не нашли только рахит и эндометриоз. От таких вестей он стал ужасно нервный. Аппетит пропал и по ночам не спится. На детей кричит, назвал супругу стервой. Не идет гулять, лежит и матерится. А ведь говорили же ему: ой, не ходи, Иван Иванович, по врачам. Будешь спать, Иван Иванович, по ночам. Ты, Иван Иванович, лихо не буди. Не ходи, Иван Иванович, не ходи. И ведь он здоровый был такой, ведь он подковы гнул рукой. Тут держится за левый бок, ой, печень, мол, болит. Иван Иванович, дорогой, так печень справа, мой родной. Но он не слушает, твердит, какой он инвалид. Лежит и нет на нем лица, лежит, прислушивается. Где там кольнет, где там стрельнет, то в грудь, то в потроха. С женой не спит, не тронь, твердит, у меня хламидиозный уретрит. В аптеку лучше бы пошла за кружкой эсмаха. Нехорошая моча, с такой мочой непросто жить, и банк не даст кредит. Лежит он бледный сам собой, не спит и слушает прибой, как в его почках-то моча по камушкам шумит. Даже новости ему смотреть противно, не следит за напряженностью момента. Вот лежит он социально неактивный и даже не ходил голосовать за президента. Представляете? Он худел, он херел, и никто ему по-дружески не спел. Ой, не ходи, Иван Иванович, по врачам. Будешь спать, Иван Иванович, по ночам. Ты, Иван Иванович, лихо не буди. Не ходи, Иван Иванович, не ходи. Валили щеки, взгляд погас. Ну просто Гоголь, смертный час. Уже приехали братья и теща из Орла. Уже послали за попом. Помыли пол, прибрали дом. Жена купила черный тюль, завесить зеркала. Тут и спали клиники, звонят. Прощения просим, говорят. Чужой вам дали результат. Анализ на него. У вас все в норме, как с куста. Слюна густа, кровь чиста. Мочу-то даже можно пить. Здоров, мол, и шабаш. Тут Иван Иванович молча встал с постели. Выпил водку, что на поминки купили. Взял ружье, сказал, а шо, и в самом деле, не сходить ли к доктору? Едва его скрутили и хором спели. Ой, не ходи, Иван Иванович, по врачам. Будешь спать, Иван Иванович, по ночам. Иван Иванович, лихо не буди. Не ходи, Иван Иванович, не ходи. Мы все такие, срамота бывает, спросишь у кента. Мол, как здоровье, дорогой? Он отвечает так: пока не знаю, не скажу. Вот завтра к доктору схожу.
он мне и накукует срок. Да ты сдурел, чувак. А не ходил бы ты туда, так ведь недолго до беды. Не парься, братец, пей вино и кушай карася. Люби жену свою, живи, а все анализы порви. Ведь если много будешь знать, то не состаришься. Спасибо!